Создание книги – интересный и творческий проект, требующий от педагога определенных знаний. Цель данного курса – повышение квалификации, эффективная организация педагогами процесса издания детской книги в рамках проектной деятельности в дополнительном образовании. Задача данного курса – повышение квалификации. Сформировать достаточные умения и навыки педагогов для издания книги с целью развития творческого потенциала школьников. Определить особенности, функции, способы и методы для достижения педагогами эффективного результата проектной деятельности, соответственно, выпуска книги. Создать основу коммуникативных умений педагогов для развития личностного потенциала школьников. Смоделировать теоретические и практические задачи и последовательность действий педагога для эффективной реализации проекта. Разработать и объяснить педагогам каждый этап реализации проекта. Сформулировать для педагогов методы и формы реализации проекта от простого к сложному. Объединить практические и теоретические подходы для реализации педагогами простейшего процесса по изданию книги. Книга, написанная ребенком, – продукт, имеющий особенную ценность. Процесс создания собственной книги мотивирует детей и позволяет ощутить себя настоящим писателем, автором собственного произведения, которое не останется в черновике, а будет издано в виде настоящей книги. Реализация такого проекта станет для педагога стартом для развития новых личных и творческих качеств, станет мотивацией для реализации более сложных проектов и задач.